Итак, всем здорово, народ, с вами снова Годзилка. Сегодня тупой ролик на фантайме, мне здесь так понравилось играть, я просто заснял такой для вас имбовейший ролик, надеюсь, вы за это влепите лайк. В общем-то, сегодня у меня донатерский гриф, просто как бы ресами, считайте админа. Вот я вижу какого-то типа, что я делаю, я просто беру, влетаю в него, вот так вот, раз, у меня немножко подлагивает, все, у меня скорка 3, я бафую на себя силку 3, вот она. И что мы с ним делаем? Просто берем его, разносим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8-9. Отлично. Изи ресы выбил. Все. Мне просто очень нравится фантайм за то, как тут много PvP и много контента. Просто этот сервер, он идеально подходит для контента. Огромнейший онлайн, топовые совместные инвенты, на которые приходит просто куча топеров. И везде, везде можно найти, как снять контент, ребят. Поэтому ставьте лайк обязательно за этот видосик. Сегодня мы полутаем всякие маяки, мистики. Я повыбивал очень много всяких талисманов. Этот талисман я с ним, в общем-то, грифрил, его не выбил, если что. Выбил здесь кучу ресов, кучу трапок, кучу гэплов, кучу всего. Очень интересный видосик, вот с такими красивыми шейдерами играл, вот с таким красивым талисманом я играл. Я просто фармил РТП, ресы верну, ТП, ресы верну. Сейчас в нем ресы челику, мне они, по сути, толком-то и не надо, почему бы и нет. Сейчас как раз таки вернем. Так, все, вот я тэпнул челика. Сейчас пока перенастраиваю себе РП, под катан там все такое. И вот, как видим, на фоне челик что-то просит. Сейчас он возьмет. Так, пока я тут все переименовываю. Туда-сюда, оп. И все, вот челик забрал реса. Теперь погнали дальше, сейчас СРП разберусь и перейдем дальше. Также, ребята, в этом видосике у меня присутствуют вот такие красивые шейдеры, которые можно купить на моем фанпэе. Сегодня я грифрил на фантайме с Нуриком. Меня ни разу не кикнуло, когда я очень жестко вязал килауру. Поэтому, ребят, кажется, кто хочет поиграть с моим конфигом из этого видоса, залетайте обязательно на фанпэй, покупайте. Там моментальная выдача, КФГ с апдейтами. Просто, кто оплатил, кидайте мне скин ВК, и я вам выкладываю апдейт под Нурик, под фантайм. Потому что я теперь обновил свой конфиг, теперь у меня есть КФГ на фантайм. Теперь я буду играть здесь, потому что мне супер, очень сильно тут все понравилось. Вот такие вот дела, ребята. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В общем-то, все можно найти на фанпэй. Также не забывайте сабаться на Хищник Стор. Сегодня у нас просто море грифа на фантайме, море контента. Обязательно, опять же, повторюсь, влепите лайк. А мы начинаем. Ребят, просто посмотрите, какой тут замес. Мне, наверное, придется стрелки отключить. И неймтаги бы как-то тоже мне поотключать, потому что отображать броню, отображать зачары, вот это все убрать. Я даже не знаю, 7 секунд до открытия. Ладно, давайте-ка я подлечу. Включу сейчас стилер. И попробую что-то открыть. Я даже не успеваю открыть. Ладно, все, я ухожу в КТ, ребят. И давайте-ка попробуем все. Я откидываю перчику. Можно наубивать тех, кто что-то тут налутал. Вот, допустим, таких вот челов. Свапну на эту. И давайте-ка поубиваем те, кто, возможно, что-то влутал, да? О! О! Ресы есть, отлично. О! Талисман! Талисман какой-то выбил. Я не знаю, круто это или нет. Я не свапнул X. X, все, отлично. Талисман еще тотем лежит. А, просто тотем бессмертия. Все, всех я поубивал. Короче, ну, что сказать? Что сказать? Это мой талисман крушителя, окей. Вот этого бы типа не он, я бы поджал. Почему бы и нет? Он мне не нрав... Капец, что-то взорвалось тут. Смотрите урон, смотрите урон. Капец. Все, он сразу чарку хавает. Ладно, я за ним побегу. А, у меня перка КД. Точно. Ой, 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 дезориентацию нажали. Так, ладно, я хаву. Как... Во-во-во-во-во-во. Окей, я хау, и все, я просто побегу. Давайте-ка. Я просто побегу. И сейчас подумаю, что мне делать. Я могу типа какого-то затрапить и просто взять убить. Тут регион, я это знаю. Поубиваем. Все, пусть они сами разбираются. Они меня бьют, окей. У меня ресы лучше. Смотрите, как я прибываю. У меня ресы лучше. У него тут регион. Он схавал вторую чарку. Все, я его не буду до конца добивать. Все, отлично. Отлично, все. Я тогда поубегаю. Кому-то тотем дали. Кому-то тотем дали, я слышал. Он меня тоже хочет поубивать. Но мне нет смысла тут. Давайте-ка убегу. Потому что мне нет смысла тут поупехаться, что-то делать. Потому что, ребята, это реально no sense. Because там его регион, так сказать. Окей, очень прикольно. На фантайме очень много. Просто в момент у тебя ноль контента. И в момент... О, капец тут ресов, правильно? Так, у меня бафы уже закончились, поэтому мне нужно будет по новой бафаться, по новой перку закинуть, вот так сделать, все отлично. И давайте-ка пробуем так свапнуть, отлично, и попробуем его догнать. По идее, типа, от меня не должен никак ливать, у меня силка 3, скорость 3, шарик Афина, и мы должны просто его догонять и убивать сейчас. По идее, да, он бустится как-то, он строится, потеет, но у меня слишком донатерский инвент, все-таки это мой первый видос на фантайме, и я должен просто разносить, братан, поэтому ты меня, пожалуйста, прости,
прости меня, да, минус тотем тебе дал, ты сразу что-то забафал, окей, я помню, у тебя были чарки, поэтому у тебя, значит, топовый инвентик, я когда тебя пробиваю, килаура работает, смотрите, килаура, просто фул на килауре, вот он сдается, все, отлично, отлично, морской источник, я не знаю, что это, как это, потом, что тут у нас есть еще, я не знаю, талисман кушителя, мой талисман, меч, бич нестоногих, острота 6, нормально, прикольный мечик, дальше топочка, ну, морской источник, я не знаю, круто это, не круто, посмотрим, за сколько можно продать, защита 5, а, ну, у меня тоже защита 5, но это защита 5, ее можно сделать хорошую защиту 5, да, так что, это довольно-таки круто, дальше ЕК, еще один челик какой-то, давайте-ка сделаем вот так вот, по красоте в него влетим, в общем-то, да, может даже, капец, я его там иссушаю, вот эти звуки такие, очень прикольно. О, у него чарки, ребят. Что-то он меня вообще не пробивает. А это хорошо или нет, я не знаю. Он куда-то меня завел. Больно мне, больно. Я тоже чарку съем. Кину дезориентацию. Покружу его немножко. И все, посмотрите, урон. Урон. Тотем. И это, походу, талисман какой-то был, потому что больше тотемов нет. Все, я убил. Все, типа, бегут подсасывать ресы. Это мне не страшно. Килауры всех убиваем. Вот так вот. Так, тут какого-то типа я нашел, смотрите-ка, вот он. Я тогда быстро забафаюсь, и давайте-ка я влечу просто к нему, потому что тут какая-то жимочка. И он ливнул, нет, он ливнул. Нет, он не ливнул, вот он, все. Все, можно с ним попениться немножко. Так, но я его прожимаю сильно. Все, я его сильнее прожал, чем он меня. Еще вот так сделаю. Сейчас еще, думаю, сюда позалетают. Смотрите, как мало хп, уже минус чарка. На мне тоже тошноту накинули. Я хилюсь. Очень больно, у него двойная чарка или что? Очень больно мне. Но у меня, если что, хила много. Ему больнее, отлично, ему больнее. Он пытается лимнуть, он ливает. Свапаю и бегу за ним просто. Бам, сейчас. Бам. Пошел накид, пошел, отлично. Так, 10 хп у него. Он не должен никак от меня ливать. 14 хп, хиляется. Очень много хп. Ничего не могу сделать. Просто фантайм, ПВП, примерно так и выглядит. Мне нужно трапку только ставить. Нужно вот так только делать, нажать X и попенить его. А, он, ничего не может сделать. О, что? Офигеть. Плюс кучу ресов. Просто сюда. Все за этим челиком. Он все для меня как раз таки слутал. За ним бежим. Отлично. Поднял. О, так. Все, ладно, он убежит. Все. Надо успокоиться, потому что я немножко растерялся. В общем, я забрал только элитры. Забрал зелье всякие. Дальше бафы собрал, дизайн-ритацию собрал. А, вот этого типа можно поджать. Ну блин, ну для контента надо поубивать типов, почему бы и нет. Во, у него КД на перку в целую вечность, он хочет тимиться. Ну блин, ну не хочу убивать. Ну вот я могу его убить, но я не буду убивать, потому что я ему раньше ресы вернул, зачем мне его убивать? Окей. Я походу топера какого-то слил, у него была трапка, у него была куча ресов. Мне очень понравилось. Окей. Итак, теперь я хочу сделать так, Home M, я же Home поставил, да, теперь я хочу бафнуть на себя зельку агента, теперь сюда я возьму так, и вместо этого возьму, так, все, у меня куча всего, так, все, это я выстрелю, и теперь заряжаю вот такую вот темочку, сейчас найдем вот этого типа, свапнуть, так, где этот челик, как к нему пробраться, и вот так, раз, и пошли пенить. Пошла. Ой, как много урона на этом фантайме. Много хп, много урона. Я думал, тут написано админ. У него доната, это спид. Еще вот так нажать. Все, КФГ пена и трапка. Что? Он меня затрапил и улетел. Гений. Так тоже тут можно. Хорош, чел, я к тебе пробираюсь. Ты очень-очень не должен спасаться от меня. Не должен. Явную пыль нажать. Попробовать. А, у него же задержка на ТП. Это у меня нету, у него есть, окей. Окей. Я забыл свапнуть на руну. Поэтому сейчас свапну. Все, погнали. Жарим. Через стенку жарим, мне пофигу. Убил, отлично. Убил, и все ресы мои.
Офигенно, офигенно. Что мне сделать? Как бы мне тут влутать? Круш, круш. Топовый сет. Наверное, нужно вот так вот поставить. И просто все по-быстрому. Не скидывается, не скидывается. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так, так. Оп, все, отлично. Все влутал. Ребят, нестабильный. Не знаю, это типа урон рандомный. Зелье победителя. Мне просто интересно с того, что я выбиваю, потому что тут, походу, это сет крушителя какой-то. Мне интересно с того, что я поднимаю, потому что реально ресов супер много, ресы очень разные. И мне прям интересно, что я тут выбил. Сфера на проклятую утрату, окей, она не может выпасть. Талисман я, по идее, бы дал ему. Окей, очень прикольно. Сдохни, я понял, спасибо. Спасибо, спасибо, чел, спасибо. Так, ребята, я влетел на двух топеров. Я бафнул на себя невидимость, чтобы они меня не видели. Чтоб мой ник не видно было. И буду, короче, пенить их жестко, все. Это сейчас потное ПВП, у него 40 хп. 40 хп. Уже 30, уже 30. Иссушения всякие накладываю. Мне больно, кстати. Да? Или нет? Их тут двое. Я пробую одного как-то в трапку закрыть. Или двоих сразу в трапку закрыть. О, о, у типа мало хп. Типа мало хп, я его траплю. Жму, 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 жму. Пошел, пошел. Это ко мне залетает, у него КД на перку, это отлично. Так, так, бафую на себя хилочку. Все, отлично. Блин, мне больно. Блин, мне больно, ребята. Я не взял этот. Я не взял это. Я возьму вот так вот сделаю. Я не взял, что я не взял. Я не взял этот хорус. Хорус, у меня нету хоруса. Это плохо. Это плохо. Я не знаю, что мне с ними теперь делать, но я буду биться до конца. Я не знаю, как я буду биться. На мне вспышка, блин. Спешка, сопротивление, вот это все. Я могу просто закопаться. Давайте-ка я сейчас попробую. Я сейчас подумаю, что мне можно тут сделать. А, я могу сферу взять. Я могу сферу взять и убежать. Лол. 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 Все? Это так работает? Ай! Ай-яй-яй! Нет, это так не работает. Все, меня сейчас еще скинут куда-то. Так, 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 так. Это так не работает, это так не работает. А хотя, они просто будут пока там натягивать, стрелять. Вот это все, я уже... А, ну все, это изи. Окей. Я, честно говоря, переживал, что они меня смогут убить, но походу... Походу это Unreal, потому что у меня есть такая сфера. Потому что эту сферу просто нельзя законтрить. Они меня просто не догоняют. Ну да, все, что они могут делать, это вот так вот пуляться своим говном издалека, и все, по сути. Окей, мне немножко больно. Я просто бафну себе хилочку, все, мне не больно. Можно отвернуться и побиться с ними чуть-чуть, да? Почему нет? Все-таки контент нужен. Вот, у него мало хп. Вот этого мало хп. 12, 10. Он отходит похилиться. Все, у него КД на гэппл, да? У него КД. Ну теперь у него есть. У него нет КД теперь. Ну, короче, не понимаю. Через одну секунду можно использовать. Все отлично. Не, мне не нравится против них ПВП-хаться. Все, это без шансов. Это без шансов. А, они перекинули. Все отлично. Отлично, отлично, все. Просрали они шанс меня убить, конечно. Ну вот, ребят, первое ПВП, которое я проиграл, так сказать. Все, я ливаю от них, я сдаюсь, потому что я ничего не могу сделать. Как я понял, на анархии 2 на 2. Нападать против двоих — это супер плохая идея, потому что ты ничего не можешь делать. Так, меня стрельнули, походу. А нет, это мне ТП кинули. Окей, короче, сделать что-то просто невозможно. Все, я ливаю на хом, на спаун, то есть. Что-то как-то себя повести нельзя. Поэтому вот, ребят, все, такое тоже бывает. Не смог запенить. Минус 765 скорость, офигенно. Все, не смог запенить. Такие вот дела, но стоя был под невидимостью, мой ник не увидели и просто пишут Easy Leaf, но не знаю, кто это ливнул. Окей, да, ребята, жмут меня вдвоем и пишут Easy Leaf, окей. Комьюнити фантайма, ну, такой дефолт, окей.